В отремонтированном помещении нового рентгенблока Почепской ЦРБ окончательный монтаж оборудования. Аппарат из Москвы, наладчики из Волгограда. Аппарат рентгендиагностический, цифровой, РНХ-РЦ, полностью работает в цифровом режиме. Передача снимков мгновенная. Вот, монтаж занимает 3-5 дней. Сегодня обычно ближе к вечеру мы его сдадим. Для удобства пациентов новый рентгенблок примыкает к приемному отделению Почепской центральной районной больницы. С помощью этого аппарата это и внутренние органы, легкие, это и контрастные рентген, контрастные методы исследования, нативные снимки, собственно говоря, весь спектр лучевой диагностики, который позволяет именно рентгеновским методом делать можно на этом аппарате. В чем плюс этого аппарата? Во-первых, качество снимков будет на достойном уровне и позволяет описывать эти снимки дистанционно. Не обязательно это должны быть доктора и нашей больницы, но в случае чего возникновения каких-то вопросов можно консультировать снимки и в областном центре нашей области. Помощь стационарной рентген-установки в больницу поступил и новый передвижной рентгенокомплекс для флюорографии и маммографии, который был закуплен за счет средств федерального бюджета. Он нам очень поможет в плане раннего выявления заболеваний легких и заболеваний молочных желез. Сейчас активно проводится диспансеризация населения как раз с целью того, чтобы выявлять заболевания на ранней стадии. Новый цифровой рентгенаппарат запустят сразу после получения паспорта безопасности, а именно после 5 февраля. Для передвижной рентген-установки уже составлен график выезда в отдаленные поселки Почепского района. Алексей Есипенко, Алексей Рязанцев, Почеп.